Ребята, это просто смешно. Людям действительно понравился мой ресторан, и давайте в сегодняшнем видеоролике я вам покажу, как получить бесплатно хьюч питомца в моем ресторане. Ладно, на самом деле ресторан-то не мой, это просто режим так называется. Но перед началом ролика я бы специально для тебя хотел бы разыграть вот такого хьюч питомца. Чтобы тебе его получить, ты должен прямо сейчас поставить лайк, подписаться на мой канал, написать любой комментарий с ником в Роблоксе, чтобы я смог тебе отправить хьюч питомца по почте. Ну а на 500 лайков я разыграю дополнительный геймпасс в моем ресторане, чтобы ты смог быстрее получить хьюч питомца. А вот победитель из предыдущего ролика, который получился на аккаунт хьюч пэта. Если ты хочешь так же, то обязательно выполняй все условия, которые были немного ранее. Ну что же, а я не буду долго тянуть, приятнейшего тебе просмотра. Давно мечтаешь о крутых пэтов из Adopt Me, но не знал, где их купить так, чтобы тебя не обманули? Или у тебя уже есть несколько одинаковых, которые ты не против продать, но не знаешь кому? Тогда быстро переходи на лучший маркетплейс по Роблоксу Star Pets. Star Pets — это место, где ты можешь абсолютно безопасно, а самое главное, автоматизированно купить или продать своих пэтов. Больше никаких встреч с другими игроками, все трейды проходят только через специальных ботов. Также на сайте присутствует крутой обменник, благодаря которому ты можешь обменять несколько своих предметов на один крутой, или наоборот, получить с одного предмета множество разных. Приходи на starpets.gg по моей закрепленной ссылке в комментариях, покупай или продавай своих пэтов быстро и безопасно. Ну что же, друзья, вот мы уже находимся в моем ресторане, давайте в него телепортируемся, и я только недавно начал играть. Пока что на данный момент только всего 102 посещения, в сегодняшнем ролике мы с вами купим геймпасс, посмотрим, как будут реагировать геймпассы на эту всю игру, и посмотрим, вообще сработают вообще вот эти покупка одного очень интересного геймпасса на посетителей, будет у меня больше по посетителей или нет. Давайте я вам сначала покажу, по какой тактике я начал играть. Играть я начал буквально минут 10 назад, и здесь минут у меня уже, вот видите, 105 посетителей. Что я вот это все время делал? Я просто поставил просто миллион столиков, видите, друзья. Да, столики у меня, конечно, здесь не самые крутые, есть деревянные, обычные, есть вот такие вот вообще такие жесткие. Я не знаю, зачем я их, конечно, купил, но пусть будут, друзья. И да, просто самая обычная тактика. Ставим миллион стулов, миллион столиков и смотрим на посетителей. Посетителей приходит все больше и больше, потому что все больше и больше места. Вот видите, здесь у меня уже есть второй этаж, и здесь на втором этаже у меня пока что всего два ряда столов и стульев. Что я хочу сделать дальше, друзья? Дальше хочу накопить прям много денег и купить побольше вот этих тотемов. Не знаю, почему тотемов, но просто хочу тотемов, чтобы больше привлекались посетители. То есть, да, нам нужно еще покупать вот эти, как они называются, украшения. Если будем покупать украшения, то благодаря украшениям будет посетителей тоже больше. Это факт, друзья. Ну ладно, давайте купим сейчас кое-какой интересный геймпасс. А этот геймпасс у нас так, давайте включим вот так звук. Посмотрите здесь вот так, чтобы вы тоже слышали звук. Вот так, конечно, вы его не будете слышать, но пусть будет все равно. Так вот, друзья, смотрите, есть у нас вот это вот все дело. И что нам нужно здесь делать? Правильно, заходим в геймпассы. Вот сюда плюсик, passes. И есть здесь один очень интересный геймпасс. Ютубер называется, друзья. То есть можно добавить какого-то ютубера в ресторан. Ну, я надеюсь, здесь будет выбор, и я добавлю себя. Потому что, ну, как бы я ютубер, у меня есть сколько? 78 робоксов. Давайте мы прямо сейчас купим. Ура! Я добавил себе ютубера в ресторан. И смотрим, где он у нас будет находиться. Вот он! Это ютубер, друзья! О май гад! Но это не я! А куда он пошел? Или это не ютубер? Погодите. Погодите, друзья, что-то я запутался. Это ютубер? Вот это же ютубер, да? У него написано, что он ютубер или нет? Он сел за самый обычный столик. Погодите, друзья, смотрим, что он сейчас будет делать. А он что-то почесал себе, так. Вот это же ютубер, смотрите на всех. Смотрите на него, как он круто выглядит, прям вообще жестко. Ты же ютубер, да? Так, давай я возьму твой заказ. Это что такое, какой-то пельмень на палке он заказал? Ну, короче... И что дальше? Он будет как-то влиять на посетителей, нет? У меня как было 100, так и осталось 128. Я думал, сейчас он будет по 1000 прибавляться. Так, смотрим дальше. Нет, у нас здесь пока что ничего не изменилось, друзья. Что-то все очень странно. Погодите, так ютубер, он просто как гость придет? Я думал, он будет как буст работать. То есть я думал, если я куплю этот геймпасс, то я сразу буду... Сенте ютубер for your restaurant. Сенте калибри for your restaurant. Сенте пришелец... Короче, ага... Короче, я ничего не понял. Так, дополнительный дабл монеты на 45 минут. Это все, конечно, интересно, прикольно, но этого того не стоит. А вот! Да, это фанаты пришли. То есть, да, новые посетители все-таки приходят, смотрите. То есть, да.
вот эти у нас какие-то челики увидели, что это ютубер пришел, и это чисто фанаты. Ну, на два посетителя уже больше, это очень хорошо. Так, я надеюсь, что там ютубер, он хавает у нас. А, вот, я надеюсь, он оставит хорошие чаевые, потому что я знаю, здесь некоторые чаевые могут оставлять. И поскольку это ютубер, то я думаю, он должен оставить хорошие чаевые, потому что у ютубера много денег. Ну, не у всех, конечно. О, вот это я себе заберу. Я тарелку забрал. Не нужна мне тарелка. А что это он? О, чаевые. Нет! Я хочу чаевые забрать ютубера. Погодите. Я хочу забрать чаевые ютубера. Так, вот это мы обратно вкидываем. Возвращаемся обратно. И, походу, их забрали уже, да? Да, их уже забрали. И сколько я получил? Ладно. Короче, ютубер довольный, друзья. Ютубер довольный. Ну, не знаю, 50 робоксов она не стоит. Я только что потерял свои 50 робоксов. Мне аж как-то обидно. Ладно, давайте попробуем купить что-то в этот. Кстати, вот это реально довольно-таки интересная тема. Сейчас в Pet Simulator 80 тысяч онлайна, а в моем ресторане 300 тысяч онлайна. Это уже какой день? Вторник, да? Да, то есть 4 дня со мной прошло, уже 300 тысяч онлайна. Буду, люди реально хотят себе получить вот этого шефа Huge Pet, но я его тоже на самом деле хочу. Питомец очень классный, я его хочу себе. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь можно купить. Это у нас стоит 1 миллион, это я не могу купить. Так, это You Can Know Pasture Floor 2. Ага, понятно. Это значит, я не понял. Так, какой-то сейф. Это тотем. А ну-ка, давайте попробуем включить русский язык. Возможно, оно так нам поможет чем-то. Так, Russian. Ого! Почему мне по 1000 прибавляется денег? Вы закончили задание, копилка. Если установлено... То есть я понял, ладно. Если становится некоторые шансы, покупатель будет заходить с Леи Алоха. Ага, это что такое? Наполняюсь кучу жвачки, некоторые шансы посетить и будет их покупать. Давай купим! Это прикольно, это дополнительные деньги, пусть будет. Пусть будет, серебряная кнопка Play. Ага, ну я хотел бы, кстати, друзья, на 100 тысяч у меня будет серебряная кнопка, поэтому давайте, если будет у нас 100 тысяч подписчиков, я буду просто самым счастливым ребенком на планете. Так, это у нас что? Просто фонарик, обычная висящая люстра. Да не, нам такое пока что не надо. Пол. То есть да, это все это у нас украшение, это все у нас действует. А это что такое? Первый стоит посетить, будет брать столовые приборы, шанс оценить, ускорить прием пищи. Это прикольно. Это прикольно, друзья. Так, уже 160 посетителей у нас, и это прошло у нас около, ну, 5 минут, наверное. То есть, да, за 10 минут 100 посетителей. Конечно, такое себе, хотелось бы как-то улучшить это все дело. Так, как в кафешке из 60-х. Много мыслительный стул. Короче, друзья, нужно просто покупать очень-очень-очень много различных украшений, чтобы завлекать всех посетителей. Ну и, конечно же, не забывать про хорошие там крутые стулья, столики, чтобы тоже было все очень круто. Так, давайте купим 3 тотема по приколу. И сейчас эти все 3 тотема установим к себе домой. Точнее, к себе в ресторан. Тут ресторан у нас полностью работает, все отличненько, все хорошо. Так, что у нас здесь? Я помню, так, PDH2... Типсы. Закидывайте в типсы тоже, друзья. Это очень классная штука. Я за нее тоже робоксы отдал. Так, смотрим, что это у нас. Билд, декор. Давайте еще три... Вот так. О-о-о! Теперь у нас все с Гавайи сейчас будут приходить. Ну, на Гавайях много денег, поэтому должно, в принципе, так все у нас быть. Так, и давайте вот эту штуку куда-то тоже сюда поставим. Надеюсь, сейчас кто-то купит. Мне интересно, сколько будет я получать денег за вот эту вот жвачку-видовалку. Так, это что такое? Пучерс 8 плент. Постирать 8 штанов я должен. Окей. Так, кто-то купит жвачку или нет? Это очень классная штука. Покупайте жвачки, друзья. Покупайте жвачки. После еды съесть жвачку самое то. Чтобы рота не воняла. Поэтому давайте, друзья, покупаем жвачки. Давайте. О! Ну, блин, что-то так переобулся. Маршрут поменял. Я уже подумал, жвачки идет покупать. Давай, хочешь жвачку? Жвачка. Да ё-моё, купите жвачку. Смотри, ты хочешь жвачку? А ты хочешь жвачку? Тут, друзья, никто из жвачки не хочет покупать. Ну, смотрите, на втором этаже народа, в принципе, полно. Прям действительно очень много народа и... О! $2 несчастных. Ладно. Я думал, я буду покупать, получать больше. Ну, ладно, в принципе, $2 тоже деньги, поэтому пойдет. Это было бы странно, если бы жвачки стоили по 10 и больше по $20. Так, ну и что у нас, в принципе, здесь по ресторану? У нас уже 183 посетителя. В сумме у нас 1300 посетителей.
И смотрим, что у нас дальше здесь такое есть. То есть у нас вот такой вот мужичок. Идите у нас, здравствуйте. Да. Ну, короче, друзья, я буду действовать по такой тактике. Я просто построю много-много этажей, построю очень-очень много стульев. И в следующей части, в следующем видеоролике, я не знаю, когда он выйдет, завтра или послезавтра, я вам покажу свой результат. А еще в следующей части я уже получу самого пэта и разыграю для вас кьюч пэта, друзья. То есть, да, если хотите, будем записывать еще и мой ресторан, потому что режим очень классный, мне он реально нравится. Опа, Санта, здорово. Здорово, Санта. О, подарок. 500 баксов, нормально. Здорово, Санта. Еще 400 долларов, это что? Погоди, так это золотая жила, друзья. Еще 500 долларов, давай еще. Давай еще, Санта. Давай, я буду ловить прямо сейчас. И ты уже все. Очумить, без Санта попался, прикольно. О, эльфы его помощники вот эти. Честные. Здорово. Короче, друзья, к нам Санта пришел. Но это все из Гавайи. Видите, я же поставил вот эти все бочки, и он из Гавайи, короче, прилетел прям. Прям к нам в ресторан. С этими эльфами. Так, шо вы, друзья? Давай, ты бургер, ты это. Пусть официанты идут, вас обслуговывают. Потому что я что-то не хочу. Вот. Ну, короче, да, друзья. Буду я действовать по такой тактике. Посмотрим, что у нас с этого получится. Посмотрим, как я смогу развить свой ресторан. Будем делать раздачи. Да, здесь у нас был один интересный баг, но его нажали, пофиксили. Ну ладно, это не суть важно. Что же, на этом будем же потихонечку заканчивать. Спасибо тебе огромное, что ты посмотрел видосик от начала и до самого конца. За эти 10 минут мы нафармили 100 посетителей. В принципе, круто, классно. Спасибо тебе огромное, что за просмотр. Удачки и пока-пока. Еще встретимся.